看一下那个画。改一下。对，改一下。ага, он говорит, посмотреть надо. Почему они все разуваются здесь? Ну, короче, с Катей совсем долбанулись и решили купить еще телевизор. И это у нас третья техника от Xiaomi. А, да, кстати, и в официальном магазине покупаешь продукцию, доставка бесплатна. Я думаю, что здорово. Приехал вот такой вот мальчик на частном автомобиле. На Вью. Катя, иди смотри. Угу, проверяет, что все работает. Что доставил? Поставил бы его на стол. Ничего не сломал. У нас свой телевизор, Катя. Ура, ура, ура. Я думал, никогда бы не подумала, что вообще нам нужен будет телевизор. Но сейчас пришло такое время, что телевизор смотрят именно не для того, чтобы смотреть телевизионные передачи, там, фильмы с рекламой, а для того, чтобы... проецировать картинку на большой экран. Да, для того, чтобы можно было играть. Вот детям подарили какой-то танцевальный коврик. Сейчас разные видеоигры есть, которые именно через экран телевизора работают. И поэтому... у нас появилась потребность купить телевизор. Хотя, сколько, наверное, лет 20 мы вообще не пользовались телевизором, да? У нас вообще не было телевизора. И, в принципе, мы без него обходились вообще замечательно. Сейчас я прям вот доволен. Я хочу пользоваться телевизором, действительно. Хочу его смотреть на нем фильмы какие-нибудь. Причем я буду качать фильмы уже теперь, знаешь, не Full HD, а 4K. Буду качать как минимум они по 20 гигов. И наслаждаться картинкой. Такой телевизор нам обошелся в 2000 юаней. Как все нормальные люди, ставим пульт в пакетике. Так. Конструкцию будем читать? Для слабаков. Первое включение, даже еще прошивка была, не было установлено. И первое включение. Так, опять показывает нам, что, к чему и так далее. Кать, смотри, что нашел. Зарядку будем каждое утро делать. Да, смотри, сейчас она будет показывать, что делать. Zero, я слышу еду, почему-то в ее словах. Че за фигня? Я так понял, время обеда, надо идти на обед. Да, видимо, короче, поэтому тебе слышится. Иди ты. Пошли на обед. Девчульки наши пришли со школы и сразу же увидели новинку. Как вам? Очень круто. Включай, папа, мультики. Короче, включили какие-то китайские мультики. Смотрят. Картинка, конечно, шикарная. Как вам картинка? Очень клевая. Клево, да? У нас никогда такого большого телевизора не было. Андрей. Ребята, всем привет! Привет! У нас очередная распаковка, но вернее мы ее уже распаковали. И это подарок от китайских подписчиков. Эту подписчицу звать Анна. Она прислала специально тебе подарок к дню рождения. Спасибо, мама, Анна! Привет. Мама, у нее есть русское имя. Да, она китаянка, у нее есть русское имя. И она даже немного понимает по-русски. Я знаю, я с ней уже говорила. Она хорошо понимает слова по-русски. Да, да не чуть-чуть. Ага. Ну и вы переписывались с ней по Вичату, да? Да. О чем общались? Где мы находимся? А-а-а. Чем занимаешься и так далее. Да. Можешь по-китайски ей привет передавать. Не хао, Айна, то, что не сун гэй во да лиу, у мы идим хао. 就是那个好早打开了、打开了然后就我们现在要是你送给我的礼物。Так вот, мы этот подарок уже распаковали, но у нас ничего не вышло. Выяснилось, что нужно телевизор для комфортного времяпрепровождения с этим ковриком. Это, как вы уже поняли, танцевальный коврик. И мы специально для этого коврика приобрели телевизор, что ли, получается, да? Да. Фига с два. Телевизор мы купили себе, а коврик это подарок тебе. Вот. Ну, в общем, так как у нас есть телевизор, мы подключаем наш коврик к телевизору. И здесь, в общем, будет картинка. Так, объясняю. В комплекте идет вот такое вот зарядное устройство. Вот такая коробочка. Здесь установлена флеш-накопитель.
на 6, на 8 гигабайт, кажется. Дальше подаем питание этой коробочке. Так, вот. Пошло дело. И здесь идет провод, который, собственно, передает сигнал, картинку на монитор. Включаем специальные... так, сейчас скажу, что как он называется. AV режим на телевизоре. И у нас должна появиться картинка. Все, готово. Вот, можно выбирать всякие различные режимы. Не хочу. Вот, давай танцевальный режим. Давай вот этот вот. Вот этот, да? Не, вот этот. Вот этот, старт нажимай. Где? Вон старт написано. Окей, старт выбрала. Также в комплекте у нас шла вот такая штучка. Вот, светомузыка. И вот такие джойстики. Погнали! Почему-то не понимаю. Есть! Да, почему? Я не понимаю. Бьем, бьем. Давай. Давай, давай. Трясем жирком. Побежали, побежали. Вот завтра день рождения будем отмечать. На коврике будут все танцевать. Игра, в принципе, несложная. Если только бомбу не ловить. Нажимаешь А или на Б. И он любой фрукт режет. Все, что находится на экране, он все режет. Смотрите. И пока до джойстиков мы не добрались. Работают они, не работают. Я пока понять не могу. Вот здесь, смотрите, надо двоих выбрать. Аккуратно. Выбрали. Все, девочки решили потанцевать. И хочу отметить, девчонки аж припотели, смотрю. У Поли аж на носу капля висит. Поль, смахни ее. Элегантно смахиваем капельку пота. И продолжаем танцевать. И знаменитая песня в Китае. У-ху! Просто хит. Давайте, девки, зажигайте. Девочки нашли режим вдвоем. Но игра настолько сложная, что не получается. Она практически не попадает. Все, у нас уже пришел учитель, нам нужно делать уроки. Девочки, давайте заканчивайте. Девочки так ушатались, что Полька вспотела, Вероника вспотела, Вероника даже отдыхала на диване. Да. Завтра будете все вместе танцевать на дне рождения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте жирные, большие лайки. Всем пока! Всем пока! Макс, Майя, скоро придут! А вообще, что сегодня будет происходить? Рассказывайте. Мы сегодня будем отмечать с Майей Максом день рождения. Твой день рождения, да? Да, мой. Привет! Привет, привет, открывай. Привет, друзья. Привет. Сейчас я там тащит что-то. Вот это подарок. Да я что, Никита? Перепутали. Вот это, ребята. Это тебе для плавания.
чтобы от папы не отставала. Есть. Клево. Прикинь, у тебя такая же маска, только чуть поменьше получается. Да. Примерить, на лицо примерить. Это что такое? Есть некоторые живые, есть которые не живые. Как красиво. Аквариум с цветами. Аквариум? Поля, тут же тебе еще подарок от Агаты. Агата тебе прислала. Давай, открывай. Мне интересно, что там. Нам всем интересно, что там. Мы сами даже не знаем, что там. Давай, открывай. Ободочек. Опа, ободочек. Одежда как бы так. Одежда. Одежда? Ага. Одежда, наверное. Платье, наверное, да. Ого! Китайское платье! Слушай, оно красивое. Да. Надо примерить, мне кажется, нет? Так, показывайся. Поворот направо. Проходочку. Как тебе? Нравится? Клево. Красивое платье. Спасибо, Агата. А можно в нем? В нем будешь праздновать? Ну, давай. Дорогие гости, я предлагаю поздравить именинницу Полину, сказать пару слов в ее честь дня рождения. Начнет Вероника, да? Держи. И так вот палочку эстафетную передавайте. Так, по очереди. Раз, да. Я сейчас прожую. С днем рождения, Полина. Я желаю тебе, чтобы ты росла красивая, училась хорошо, чтобы ты получала больше пятерок. Еще раз с днем рождения. Спасибо. Дальше что, да? Или... Макс. Так, Макс. С днем рождения, Полина. Учись хорошо. Желаю тебе всего самого лучшего. Спасибо. Так, Саша, теперь ты. Так. Поздравляю тебя, Полина. Желаю, чтобы ты не болела. С днем рождения. Спасибо. Так, дальше теперь Майя. Окей, Петя. С днем рождения, Полина. Желаю, чтобы ты росла красиво и хорошо училась. Спасибо. С днем рождения, Полина. Я тебе желаю, чтобы ты жила долго и счастливо. Полина, ты мне как семья. Сестра родная. С днем рождения.